Педагоги Дворца детского творчества Таганрога в организации этого инклюзивного лагеря, можно сказать, были первопроходцами в Ростовской области. Здесь вместе отдыхают и набираются сил здоровые дети и дети с ограниченными возможностями. Первый раз работаю в таком лагере. Вот, мне очень нравится, потому что тут различный опыт, тут есть и дети с ограниченными возможностями, и здоровые дети, и можно понаблюдать за всеми, как кто в каких ситуациях себя ведет. Сегодня с утра я пришла, все рады были меня видеть, все обнимались уже. Да, конечно, это огромный опыт, потому что в дальнейшем можно проводить различные исследования на этом. Вот, имена я запомнила довольно быстро. Вчера по фамилиям тяжелее запоминать, по именам легче. Вчера с кем, с детьми, с девочками, с мальчиками, с которыми подружилась, уже всех запомнила хорошо. Территория Дворца детского творчества наполнена хорошими каруселями, яркими домиками, скамейками, спортивными снарядами. Детский парк развлечений под названием «Киндерград» в свое время помогли создать социальные партнеры Дворца. Наш лагерь «Летняя сказка» посещают дети с 7 до 16 лет. Всего набрано 30 человек. Это 15 детей с ОВЗ и 15 детей так называемых нормотипичных. Вот, это дети норма. Это действительно очень интересно и необычно. Мы можем наблюдать, что дети с ОВЗ и дети норма абсолютно общаются на одинаковом уровне и находят себе друзей среди и детей с особенностями, и с детьми норма. То есть они играют, взаимодействуют, друг другу помогают. И мы можем наблюдать такую картину, что дети настолько открыты, настолько добры друг к другу, что они не замечают этих различий. Это главная цель нашего лагеря. Это социализация, развитие эмоционального интеллекта, развитие эмпатийных чувств, развитие чувства дружбы, чувства сопричастности. И все это мы сейчас можем наблюдать на занятиях. Педагоги одинаково абсолютно объясняют и детям норму, и детям ОВЗ какие-то задания. Они понимают, слышат, учатся друг у друга. Ребятам некогда грустить. Они отлично общаются, с ними работают опытные педагоги. Организованы занятия по вокалу, хореографии, прикладному творчеству, логическим, дидактическим и спортивным играм. Инклюзивный оздоровительный лагерь «Летняя сказка» – это уникальный опыт совместного общения ребят. Дети, как никто, умеют радоваться лету и дружить порою на всю жизнь.